vanzelf als je zou ergen. Je zocht op zijn. Hij was wel als hij zijn best aan het zwijnen. Hij was de alles plezier, dan had hij nog goed op de moeder gekregen. Je wist niet zo, was droes. Hij beschreef aan zijn droes geweest. De minister van de noefs, zo dat ze rechtje gehad. Hard doen, dan niet meer. Hij doet met taxisten meer gedis. Один раз окружили, сделали забор, чтобы кто-то будет делать. И этот, который будет делать, они же деньги вложили столько листов вокруг, и потом все разобрали, только двери забили. А этот уехал. Уехал, я отвозил его до Адлера в рабочих формах. Здесь невозможно, сказал, и уехал. Это лицо государства. Наверное, денег нету, чтобы делать. И не будет ни вида. Если до сих пор не было, никогда не будет. Ай, бешами же, хуже психиатра. А мне сад. У нас и цели известны. Она яма цвета, а дзеца цвета. А нет, она яма кое-что. Ну, она дзеца цвета, да. Увидела охотца, она рад в гимнете могла. Ария сгиб зимрхи. Я из-за хваза, а я милиции, я брею, оби рахода бриф, за пшей, я брею, за ошм, за хан. Ария вокзал, хах, зимрхи. А горсовета, ахбода, разозла, ирпсода, нах, и хабла, гаре, я не ирпсодом, изучу псаха, нах, арех, арех, зимы, ход. Из студии я рапсни, зимы, бри, убрич, раз, я ему на, а правитель сидит, пошли, на. Царец издрызу, я разбил. Арех, по, я разбил, я разбил, я издрызу. Юж сором, и цо, арех, арех, да, аж, со, то, сноку, ища, бри, бас, я обаха, да, я хам, зимы, ноку, арец. Патриотик, ниргод, ахаргу, Аллах, и дарад, и харгу, Аллах, и дарад. Орти, апсите, артерни умер, апсите не умемца. А мы не знаем, что это так, да рабрей не исо, а хакал так вот, и ты си исо. А бас би исо. А пара рымзер, я это брат, а дана, я и лахцо, ва, я так, жоба, жоба, мат, самосвал, каз, да, а кто-то при организат, а кто-то обратился в розе. Я это брат, мы им поможем. Хвелу, хазим, да, хазим, а ха, и за хотамам. Нас привлекают такие строения. Больше скажу, что мы очень близки к этому, потому что вот супруга моя, она архитектор, а я реставратор. Мы, собственно говоря, заинтересовались, подошли, я посмотрел, потому что здесь нарушены кровли, все течет, соответственно. Если в таком виде все будет какое-то время находиться, то ну, вы потеряете это здание. А вообще, хотелось бы спросить, собственно говоря, оно каким-то образом на охране стоит или нет? Потому что, по идее, это же УКН, да, объект культурного наследия. И на балансе где-то, может быть, числится. Кто-то занимается вообще этим памятником, хотя бы поддерживает в том виде, в консерватории. Я смотрю, какие-то мероприятия проведены, конечно, да, заградили, но это не противоаварийные мероприятия. Ну, на данном этапе что можно сделать? Найти каких-то энтузиастов, людей, которым это не безразлично, найти какие-то средства и сделать противоаварийные работы. То есть устранить протечку обязательно, потому что протечка, ну, чем опасно, да, связующие вещества, которые находятся непосредственно в лепнине, в известняке, из которого сделаны колонны, пол, они вымываются. И я понимаю, здесь, конечно, мягкий климат, но все равно бывают низкие температуры. И вот многократное количество заморозок, разморозок, они как раз разрушают при количестве воды таком. Я посмотрел, здесь, в принципе, вот эта технология полов, она на сегодняшний день утрачена. То есть так уже не делают полы. Это уже само по себе уникально. Импосты рам, резные рамы, тоже вода. Это очень плачевное действие на дерево оказывает. Те витражи, которые я наблюдаю и вижу за обшивкой, нужно проводить противоаварийные работы.
Если это сделать, хотя бы памятник дальше разрушаться не будет. Здание железной дороги по всей стране в очень плачевном состоянии, но очень красивые, шикарные здания. И жалко было бы потерять их. Хотелось бы, конечно, сохранить эти шедевры архитектуры, но очень красиво. Действительно красиво, привлекательно. И я думаю, для страны это изюминка, если люди будут приезжать и смотреть на эти здания. Железные дороги, станции, железнодорожные вокзалы, полустанки. То есть красиво, очень красиво. Нас привлекает. По всему пути следования мы смотрели, и в Гаграх есть железнодорожная станция, и по пути мы посмотрели, на это обращает внимание, конечно, глаз ложится, потому что это действительно красиво.